Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Голди, и сегодня у нас, ребята, новое видео по игре Among Us. В этом видосике я вам покажу, как донатить в игре Among Us. Купим кучу всяких прикольчиков, вот. И, думаю, потом разыграю тоже кому-то какой-нибудь классный прикол, приз, донат. Оставайтесь с нами до конца, все будет видно, все условия будут видно. В общем, погнали! Итак, ребятки, когда-то давно я снимал, как донатить в Brawl Stars, и эти видосики, в принципе, неплохо набрали просмотры, можете полистать там пониже, да, круто, мне понравилось. И я думал, блин, а не снять ли, как донатить на самом деле вот в игре Among Us, да, я думаю, некоторым это будет полезно, вот. Как видите, моя статистика, так немножко еще поиграл, ну, конечно, нубская еще статистика, но потихоньку есть, вот, как-то так, потихоньку играю, учусь и всякие прикольчики изучаю. Скоро на канале сделаю видео, как стать невидимым, это просто будет жесть, тоже оставайтесь с нами, следите за контентом, если ты еще первый раз на нашем канале, с тебя лайк, подписка и поделись этим видео с друзьями, конечно, вот. Так, смотрю, что у нас, ребята, новогодние скины появились, это прикольно, о, какие классные, смотрите. Ну, я думаю, даже не знаю, какие. О, Holiday, это 2018 года. По-моему, их раньше не было, да? Вот, значит, смотрите, я хочу купить сейчас пэтов. Посмотрим, как донатить пэтов. Подскажите в комментариях, какой пэт самый классный. Какой пэт вы бы себе хотели. Если будет много комментариев, ребятки, именно выберу потом несколько комментариев и задоначу вам пэта. Но вы должны быть, ребятки, подписаны на канал, поставить лайк, поставить коммент, поделиться видео с друзьями. И, в принципе, можете еще быть в нашем сервере Дискорде. Ссылочка на сервер Дискорд, как всегда, под описанием видео. То есть, просто так не доначу, но за некоторые какие-то там прикольчики, да, ну, за некоторую активность на канале, я буду вас благодарить, задоначу вам пэта. Сегодня я доначу себе пэта и покажу вообще, как их донатить вам, да. Вот, смотрите, тут круто, снова много всего классного. То есть, есть новогодние, есть пэты, есть строительные скины, всякие штаны и есть всякие прикольные шапочки, да, вот. Ну и потом походу, да, еще тут подешевле есть, подешевле шапочки, хотя есть разные шапки. Так, начнем мы сегодня, ребята, с пэта. Давайте подумаем. Мне кажется, вот собачка прикольная, она будет все время хвостиком махать, одноглазая такая, да. Хамстер пэт бандл прикольно, крабик тоже прикольный, вот эта фигня зеленая, тарелочка, робот, ага, получается. Робот вместе с шапкой на голове идет. В принципе, бонус, да? Это прикольно. И вот этот вместе с шапкой. Ну, мне нравится собачка. Хочу купить собачку, а шапку мы купим потом отдельно. Ну что, смотрите, как донатить? Нажимаем. То есть выбрали, что вы хотите, да? Нажимаете сюда. Для этого у вас, ребятки, должна быть, смотрите, подвязана карточка. К вашему Play Market должна быть подвязана карточка. Если хотите знать, как это делать, тоже ставьте комментарий, лайк, что покажи, как подвязывать к Play Market карту, да. Ну, это должна быть ваша карта или ваших родителей, вот. Вы подвязываете эту карту и потом просто покупаете с этой карты всякие прикольчики. Нажимаете «Купить», потом спрашивает пароль, ребята. Пароль этот, много раз в комментариях спрашивают, от чего пароль. Пароль от вашего Gmail аккаунта, то есть это походу Gmail аккаунт, да. Вводите пароль, и если пароль правильный, ребята, потом идет как бы обработка, и вы можете получить вашу плюшку. Сейчас смотрим, полетит ли наша шапочка нам, да. Нужен, давайте подождем немножко. И получается, ребятки, когда у вас оплата пройдет, все будет успешно, вон у вас вот появится вот так вот owned. Owned по-английски это типа, ну, имеется, да, то есть ты уже имеет. И получается, мне дали два. Я, по-моему, покупал один. Надо будет потом проверить карточку, не сняли ли за два этих прикольчика деньги, да. Вот, как-то так. Теперь мы будем с этой собачкой, круто. Еще, ребята, напишите в комментариях, какую шапку, какие штаны, чтобы прикупить, что вы хотели бы вы себе. И что посоветуете мне купить, да, тоже очень интересно. А, один, смотрите, инклуд, походу, вот это вот $3, да. Вот это все 8 шапок, я так понимаю. Все 8 шапок, они будут за $3. Я думал, одна. Да, здесь одна шапка, то есть это все, это скины готовые, да, вот, полицейский, кстати, видел в игре полицейского, круто, вот такой вот, $2 всего лишь. Ну что, у нас, в принципе, будет сейчас в игре наша собачка, посмотрим, как оно будет,
Так что, ребята, давайте поиграем пару боев. Запомнили, да? Как это все делать? Если не запомнили, можете просмотреть видео еще разочек. Если запомнили, молодцы. И участвуйте в конкурсе, пишите комментарии, будьте подписанным. И вы... Сейчас я возьму себе питомца. Вот он у меня, класс! Теперь у меня есть собачка. Круто-круто. И мы сможем... Пока что буду такой повар и собачка. Вот она вот так бегает, хвостиком машет, языком тоже там показывает язык. И прикольно. Вот, значит, смотрите, ребятки, чтобы вы получили себе скин или шапку, или что вы хотите, пишите в комментариях, что хотите. Вы должны быть подписанным. Я буду смотреть статистику, реально подписываются ли люди. Вы должны поделиться этим видео с друзьями, поставить лайк. Ну и в идеале еще кого-нибудь привести, да, из подписчиков. Вот, это удвоит ваши шансы на победу. И потом, ребятки, я разыграю. Наподобие как Brawl Stars я разыгрывал, да? Так, проведите энергию в щиты. Нам нужно пробежать в щиты и сделать быстренько энергию. Сейчас щиты, по-моему, внизу там где-то были. Помню. Здесь листики выкидывать. Вот, нужно еще быть аккуратным, чтобы нас не прессанули, да? В принципе... О, боже мой, предатель. Можно просто побежать, ребята, и посмотреть, получается, в камеру, да? Так, что-то, по-моему, другой корабль какой-то, не? О, скрипыш стоит. Вот камеры. Пускай. И пока мы с вами поговорим, да? Вот можно смотреть в камеры, может, вы увидите предателей. Вот. Получается, ребята, вы ставите... давайте повторим все, да? Вы ставите лайк, вы ставите подписку, вы ставите комментарий, что хотите. Потом, через какое-то время, через неделю-две, я посмотрю по активу, да? Мы разыграем, как бы, может, даже сделаем стрим или просто сниму видео. Я разыграю среди тех, кто ставил комментарии, кто хочет шапку, разыграю, кто выиграет. Это будет рандомная рулеточка, у меня есть такой сайт, вот, ну, это все покажу потом. И потом этому человеку я задоначу, или кину на карту деньги, или задоначу ему скин, как-то так. Так что дерзайте, и все у вас получится. Ну, а мы играем дальше. Так, по камерам пока что ничего особо не понятно, да? Ладно, пойду я тоже... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Авокадос, иди от меня! Смотрите, как он ко мне ходит, да? А, тут нас сильно много, не убьешься нас, авокадос. Может быть, авокадос это и есть предатель. Вот, предлагаю держаться вместе. Тут какая-то Катя бегает. Боже мой, по-моему, нажал авокадос, да? Если я не ошибаюсь. Да! Авокадос нажал кнопку, и мы сейчас посмотрим, что он захочет. Возможно, сейчас скажет, что это я предатель, да? Фига. Давайте спросим, ну и зачем? Я, в принципе, ребята, не знаю, как вы. Я, вот как, когда люди нажимают на вот эту митинг кнопку, если просто все подозрительно, непонятно, почему так все происходит, я их кикаю. То есть, я голосую за него, потому что, ну, реально, какой-то он странный, да? Так. Вот так вот, голосую за него, нечего нажимать кнопки. Ну, а мы сейчас посмотрим. Тут еще осталось два человека проголосовать. Посмотрим, что получится. Был ли он предателем? Может быть, реально он. Да, хочу и нажимаю. Реально какая-то малолетка глупенькая. Мы его обозвали, конечно, вот. Ну что, смотрим голосование. Все против него проголосовали, и он полетел. Хочет нажимать кнопки, нажимай в других местах. Но предателем он не был, да? Не, ну хотя бы что-то сказал, правильно? Если ты нажимаешь кнопку, то будь добр, что-нибудь хотя бы скажи. Да, классный у меня скин, классная собачка, в принципе, прикольненько. Вот, ну, мне нужно сбегать все-таки к щитовую. В щитовую. Где-то были эти щитовые, я забыл. Забыл, где эти щитовые. По-моему, они где-то ближе там к управлению. Я еще не совсем запомнил карту, ребята. Мне там пишут некоторые, что, ой, ты нуб, нуб, полный нуб. Да, поверьте, ребята, не такой я уже нуб, скажем так. Вот, просто я реально в эту игру еще не сильно много играл. Но, как видите, уже все получается. Зато у меня уже есть донат, скажем так. А у вас его нету, да? Кстати, кто донатит, напишите в комментариях. Очень интересно узнать, много ли людей донатит. Ну, Brawl Stars, наверное, уже многие донатили, да? В Among Us, возможно, еще не все. Блин, реально я забыл, где щитовая. Вот, как-то так. О! Авокадо-убийца! Авокадо-убийца! Я увидел, что убил авокадо. Есть авокадо. Класс. Оранж. Я увидел убийцу, вы видели? Вот. Вот это просят пруфы. Пруфы не верите? Не надо. Так, ребята, голосуем за оранжевого. А он пишет, это желтый. Дурачок ты, дурачок. И это победа, ребята. Поздравляю. Ну, реально повезло нам, да? Видели, что я реально увидел, как он убил. Полетел. Авокадо оказался предателем. Вот так вот. Они мне пруфы. В принципе, ну, зачем обманывать? Конечно, если ты предатель, то обманывать можно, да? Это будет круто. Но если ты не предатель, зачем обманывать?
Как-то так. Мы классно выиграли эту игру. Ну и немножко добавили нашу статистику. Ну что, ребятки, вот такая была вот серия сегодня. Мне кажется, классная. Мы с вами подонатили в Among Us. Я показал как. Повторим, должна быть привязана карта к вашему Gmail аккаунту. Потом да, покупаете, что хотите купить. Нажимаете купить. Вводите пароль от Gmail аккаунта. И вам летит то, что вы купили. Вот. Также не забывайте про розыгрыш. Скоро будет, он уже начинается, как вышло видео. Ставьте комментарий, подписывайтесь на канал. Делитесь видео с друзьями и ставьте лайки. И, в общем, всем удачи. Дальше будет только круче. Всем пока-пока.